Итак, первая пара участников у нас. Сергей Кокшаров, Украина, Днепр. Ержан Джамутбаев, Раменская, Московская область. Вторая пара участников. Это участники из Москвы. Ислам Китиев и Иван Таргашов.
Итак, спасибо участникам этой пары. Следующая пара участников. Игорь Цариченко, Белгородская область, город Короча. Дмитрий Кунгин, Московская область, город Электросталь. Первый попытки. Очень красивая попытка, обратите внимание, все единички на табло. Кажется, что станер был сломан, да? Может, это не полный полосочник. Экстра попытка Дмитрия Гундина. Действительно, намного лучше, чем прошлый. Немного замешкался Игорь на Белэле. Дмитрий тоже замешкался на Белэле. 12.85, по-моему, такая же была и у Игоря. 12.85, 12.85. Итак, спасибо участникам.
И предпоследняя пара у нас, предпоследняя, это третье, четвертое место предварительного предыдущего раунда. Тимур Иманов, что такое? Город Москва, и Давид Арзамасов, Белгород. Так, мы видим, что кубик не довернулся, да, на правую грань. Но попытка будет засчитана, но со штрафом 2 секунды. Так, это у нас опять плюс 2. Так, спасибо участникам за сборки. И финальная пара участников – это участники с лучшим временем
полуфинала Артем Рябикин из Белгорода и Александр Еромин из Белгорода. Все в порядке с кубиком. Хорошая попытка. 9,6. LL-скип. Это прям очень бывает, участники собирают всю жизнь кубик, и ни разу LL-скип вам не выпадает. А у Александра Еремина в финале выпал. Цереченко. Теперь и Александр Еремин такое сделал. С точностью до тысячной. Итак, спасибо последней паре участников. Это ребята из Белгорода. И это была последняя сборка. А теперь просим вас немного, наверное, подождать. У нас все готово.
Сейчас приступим к церемонии награждения. Мы сейчас немного, наверное, здесь задвинем столы. Да? Буквально 5 минут нам времени.